Как рассказали в управлении инспекции труда, нарушение трудового законодательства выявляется постоянно. На сегодняшний день 62 работодателя привлечены к административной ответственности в виде штрафа общей суммы около 9 миллионов тенге. С начала года погашена задолженность на общую сумму 54 миллиона 480 миллионов тенге. В 72 предприятиях защищены права 197 работников. По итогам 7 месяцев текущего года в области зарегистрировано 33 несчастных случая на производстве, в результате которых погибло 3 человека и 28 получили тяжелые травмы. Основные причины несчастного случая – это необеспечение средствами индивидуальной коллективной защиты со стороны работодателя и грубые неосторожности самих пострадавших, несвоевременное прохождение обучения инструктирования по безопасности и охране труда и неудовлетворительная организация производства работы и отсутствие внутренних контроля со стороны работодателя. Также прокомментировали несчастный случай, произошедший 5 июля текущего года при прокладке водопровода в районе птицефабрики. Там экскаваторщик случайно закопал рабочего в траншею. Специалисты трудовой инспекции отметили, что при выявлении нарушений будет возбуждено уголовное дело. Нами будет назначена внеплановая проверка в отношении работодателя. И в ходе проверки, если установится, что имеется трудовое отношение, то тогда проводится специальное расследование. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.